Всем привет, с вами снова Женёк и Димыч, и мы продолжаем далее проходить Край Эфир, кооперативную кампанию. Всем привет. Чё, погнали, где-то молоток вообще надо был? Тут же. Чё, ну, бери, ну бери, а чё ты не берёшь-то? Ну ладно. У меня и так всё, у меня некуда ложить уже. У меня этот не берётся. А, всё, встал. Там не понял. Стоп. За твоей спиной. Оттуда звук идет. Да, я так и знал. Он бежит за нами? Фиг знает. А! Давай убьем его. Зачем? Сбивай только. Вот это он быстрый. А, я уперся! Блять, я чуть в тупик не прибежал. Бля, ну убили. Я застрял в здании. А я в тупик. Уперся тоже. У него пол хп. А у тебя есть шанс. И дробовик ему вообще не сносит. Чё я заметил. Откуда я прибежал? И он, видимо, за мной как раз таки. Лежать. Пошли посмотрим, что он там охранял. Погнали. Нафига вещи, как я вижу. Ну да, мы хоть не зря убили его. Сходили, проверили. Вооружились. С таким вооружением теперь и дальше не страшно идти. Вон там чудище. О, винтовка моя. Да. Да это ты издеваешься. А, не, это другая винтовка, слышит, снайперка. Черт. У меня есть снайперка. Вообще шик. Стойте, нет велосипеда, красного велосипеда. Слышь, там какие-то черви у тебя, смотри. Вот здесь дробаш, бери дробаш. Вау, ваншот. В голову, походу. Кто? Чувак с пистолетом. А где ты есть-то? Там есть дробаш сзади. О боже мой. Патрон бери. И тут дробак. Что мы тут делать? Да нам туда идти, куда ты пошел. Там просто дробаш лежит. Да, я вижу, там проход не сошел. Туалет какой-то. Ух. Ну. Ну и чё тут? Тут есть квартира. О, блядь. Ненавижу этих говнюков. Даже зачем ментовку тут поменял? Две обоймы, пистолеты. Инвентарь полон. А мне он не нужен. Дать пистолет. А, не, подожди, дай-ка я выкину вот этот. Я могу, в принципе, зарядиться, забрать его. О. Ну не зря зашли. У
Дверь не поддается. Вау. О, еще дробаш, Димыч. Где ты их находишь-то? Там чудик странный. Какой? Где? Слева сейчас будет. Блин, как они меня бесили в одиночном режиме, господи. О, блядь, ёбаный в рот. Блядь. Страшно тебе, девица? Да вообще нет. Вообще понты, да? Ебать, у меня всё сжалось. Да, я имею в виду внутри. В таким. Точнее, точнее. В такие моменты ты просто хочется пиздануть по монитору. Нет, хочется просто уйти из игры, прекратить это дело. 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 Ой, ну ладно. Немного отвлеклись. Блин, на самом деле, блин, много местности не помню. А, блин, в другую сторону надо идти. Что дальше? Ничего, сейчас посмотрим, что дальше. Дальше печаль. Куда ты, ёптень? Да иди! Да. Полицаи. Господи, нам сюда, да? Иди-ка ты. Блин, слышу, он не ложится. Вау. Что-то их тут много. Да, давай-ка пробежим, то куда нам бежать? Не, я могу, в принципе, их... Да, нафиг. Да, я мог молотком их убить. Сваншотить? Ну да. Ну вон иди ваншоти. Что я сделал, я не знаю. Ну, статуя лошади. Давай, погнали. Ну. А вот здесь, по-моему, да, это загадка. По-моему, там должна дверь открываться еще одна. Нет, не открывается. Валим. Может, откроем? Она не открывается. Может, попробуем? Да дверь не открывается просто, даже ничего не пишется, господи. Вот нам сюда. Ладно. Я так надеялся, так ждал, так хотел. Так ждал, надеялся и верил. О. Все, настало время снайперки. У меня дубинку забрали. Кто? Кто посмел? Пидерасты забрали. Давай, иди вперед, я прикрываю. У меня есть говнонож. Никчемный нож. Я промазал. Как можно здесь было промазаться? Слышь, да неужели у меня ничего не осталось? О! Тёлка! Нам сюда? Нет, ну как чёрт. Запер. Воу! Револьвер. Нам не сюда, да? Понятно. О, шприц. Инвентарь полон. Говнюк, я только хотел выбросить что-то. Мне бы полечиться, вот ты забрал вот. Ох, блядь.
Стой. О, шприц, слышишь, шприц? Можно выбросить. Блять. Все нормально будет. А что мне выбросить? А, вон он. Не знаю, но что-нибудь, давай побыстрее. Ты согрел его уже? Нет. Но там просто стоит. Шернулся, вижу. Понятно! Выглянул за угла. Откачиваем. Слушай, а какого хера вообще полицейские ширяются? Я понимаю, как бы Саймон там все дела двинулся, но полицейские лечат с морфином. И курят понику. Так понятно, с чего все эти существа пошли. Ну и чё ты сел-то? А, нам сюда? Тебя ждал. Не, ну вообще у нас дела на самом деле печальные. Патронов нет. Слушай, давай, короче, знаешь что? Нам в метро, наверное? Или не в метро? Все, короче, пошли. Нет, нам не в метро, чувак. Уходим, понятно. Уходим. Я застрял. Да чё за фигня? Тебя спасать идти? Нет. Слышь, а нам и не сюда. Ёптынь. Говно идея. В смысле? Прорашить? Да. Не, ну а куда нам идти, что-то? Подожди, нам же в метро должно быть. А, нам в метро. Прикольно. Я просто не нашел. Не увидел, точнее, выход. У меня есть ножик. Есть целый ножик. И револьвер. Прикольно. У меня ни хера нет. А, у меня есть обойма. Даже две обоймы. М-ки. Да ё-мо, чё я застреваю-то везде? Ещё пистолет. Ну что, бежим, 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 бежим. Валим. Бежал. Ну их здесь двое было. Ой, дай сяду. Нормально. У меня должен быть шприц, по-моему, как раз. Да. 10. Значит, нам сюда. За тобой тёлка бежит. Уже не бежит. А где мы вышли? Чего? И почему так тихо? А, все, конец, видимо. We managed to stop Simon, but
cutting off a chain of events that would have led to a sorrowful destiny. Вот и все. Саймон уже разгуливает со своей подругой. Вместо того, чтобы хер знает чем заниматься. Ну и на этом наше прохождение заканчивается. С вами были Женек и Димыч. Всем удачи. До встречи.